4 мая, Псковская область. Вовсю идут сморчки. И строчки, и сморчки. Это вот смешанный лес. Но смешанный лес, здесь нет хвойников. Здесь одни только лиственные деревья. Вот такая вот сморчковая шапочка. Уже падают. 1 мая они еще были очень даже хороши. Но вот уже время собирать. Собирать по-срочному, иначе все попадают. Такие вот красавцы. Это сморчковая шапочка. Были в лесу хвойном, там строчки. Но строчки, они не так интересны. Не смог вылезти, загнулся весь и поломался. Строчки не так интересны, потому что они, ну, можно назвать их несъедобными практически. А даже сморчки-то являются грибами условно съедобными. С ними надо как с сыроежками. Разок отварить, потом пожарить. Ну, так многие грибы, в принципе, готовят. А вот строчки, их даже отваривать бесполезно, потому как токсичные компоненты, которые в них встречаются, присутствуют, они не вывариваются даже после длительной термической обработки. Вот не совсем уже. Мы даже опоздали их собрать. Нужно собирать что-то помоложе. Вот так вот, грибники. Сезон открыт. Только праздник удачников, но еще и у грибников. А вот молодые сморчковые шапочки. Ой, какие красавицы стоят. Раз, там маленький. Два и три. На самом деле здесь их достаточно много. Здесь в прошлом году был пожар, сгорела вся трава. Вот они. И еще. И так далее. Растут они. Здесь у нас вязы. Не вязы, а вербы. Вербы, да. Ивовые. Вот они растут под ивовыми. Есть здесь еще осинки. Есть березки. Опять же, вот там сидит. И вот там сидит. Так что грибники, все в лес. Сезон пошел.